этой серии. Что жуткого скрывает в себе Сид Лика? Это крест, ребята. Это реально крест. Почему не стоит его призывать? Узнаете прямо сейчас. Повернуто было вроде бы в ту сторону, остановилось здесь. И, кстати, по идее, оно должно будет указывать... Испанский херобрин. Эль Капачо Миачачо. Один из моих любимых Майнкрафт мифов. Его поискам и проверкам я посвятил немало времени. Если ранее он обитал в старых версиях, то сейчас поговаривают о том, что кубический Рей Мистерио нашел пристанище в версии 1.16.1 на очень интересном сиде. Конечно же, Никита Берг тут же собрал чемоданы и отправился на охоту за Ликом. Но есть еще кое-что. Многих интересовало, что же скрывается под маской этого таинственного персонажа. На самом деле у него два лица. Первое доброе и вроде бы не страшное, а вот настоящий его облик можно лицезреть именно в современной Майнкрафт версии. И сегодня вы узнаете, как выглядит Лик без маски. Ну и конечно же обратите внимание на вот эту кнопочку. Серый цвет ей к лицу, я вам отвечаю. И синий лайк тоже ждет вас, не забудьте его оставить. И приступаем к просмотру. Главное меню Майнкрафта 1.16.1 только с Optifine, поэтому не пугайтесь, надписи модифицировано. Мои настройки графики, как всегда, вот, все это дело выглядит у меня вот так, неизменно. Традициям мы, естественно, не изменяем. Ресурс паков никаких я, в принципе, не поставил. Это у меня там сверхстаренький ресурс пак стоит. И... отправляемся на вот такой вот сид. Постараюсь я на нем найти того самого Лика. Думаю, попыток у меня будет, конечно же, несколько. Я проведу очень много времени за его поисками. Однако надежда умирает последней. Let's go. Какой же чудесный, замечательный, супер-мега-топовый мир. Вот он, как выглядит сид Лика. В принципе, я тут ничего такого не подрубал, ни ресурс паки, ничего, мир для сети не открывал. Все как всегда. Такс, у меня будет, естественно, много времени на то, чтобы постараться его найти. Примерно, наверное, несколько дней. И потом, если мне ничего не выйдет, то придется, конечно же, сменять свои, так сказать... Господи, забыл это слово. Придется новые попытки воспроизводить для того, чтобы найти этого испанского херобрина. Ладно, приступлю пока что к выживанию. Ну и надеюсь все-таки, что в скором времени Лик себя проявит. Длительное выживание и пустая ходьба по миру настолько меня утомило, что я даже и не заметил, как пролетели 7 часов моей проверки. И вот уже ближе к ночи я столкнулся с этим. Тут у нас, видимо, какие-то горы. Причем необычные горы, я так смотрю на них. Генерация такая прям бешеная, что просто капец. Много чего висит в воздухе. Опа. Это у нас снег так заспаунился или что это такое? Похоже на лицо. Кстати, я когда-то проверял тоже Лика, и у меня были какие-то очертания лиц. Именно в этих, в стенах там. В такой вот херне. Интересно. Довольно-таки интересно. Ну, горы, в принципе, не знаю, ничего необычного. Так, это не то, о чем я подумал. Это крест, ребята. Это реально крест. То есть, здесь у нас какая-то улыбка, здесь у нас крест. Или что? Ну, это реально похоже на какое-то лицо. Крест и лицо в одном реальном месте. И оно прям почти на одном и том же уровне находится. Это уже, в принципе, можно записывать в фонд подозрительных моментов, я вам серьезно. Выглядит это странно. Я, кстати, до именно вот этой вот местности еще не добирался ни разу. Ну, именно, в принципе, вот эти горы находятся в теории не капец как далеко от спауна. И не как капец как далеко от моего дома. А дом я строил недалеко от спауна. Это опять крест. Это опять, мать его, крест. Серьезно, да? Это серьезно крест? И почему здесь так много мобов?
Их вообще дохренища. И это что? Так, на это я вообще внимания не обратил. Это что за хрень? У меня реально нет слов. Тут какие-то таблички. О! Подождите, что? Чё? Кого, мать его? Так. Это чё сейчас было вообще? Тут какой-то текст только что был. Ладно. Я это все дело лучше сломаю от греха подальше. Таблички я заберу. Это хреново. Может потом тут они опять появятся или не знаю. Ладно. Там еще и адский факел. Ага. Такс. Ну точнее, ну вы поняли какой факел. Факел душ или как он там называется. Это все дело уже... набирает обороты. Мне уже все интереснее и интереснее. Блин, так много враждебных мобов появилось, что просто капец. И там еще и утопленники. Чё? Знаете, это было ну как минимум подозрительно. Я был немного сонный и не заметил, что на протяжении всего этого фрагмента Лик следил за мной со стороны и, видимо, что-то замышлял. Однако спустя некоторое время в голову мне пришла еще более гениальная идея. О, вы только посмотрите, там дельфинчик забагался. Он залез прям в землю. О, поплыл, нормально. Такс, я выбрался из самых недр этого океана, и мне удалось добыть магму. А это значит что? Правильно. Сейчас я буду проверять кое-какое предположение. Такс. Вот мяско уже заканчивается. Нужно будет, кстати, сходить на охоту. И добыть себе мясо. Сейчас будем пытаться... Такс. Не будем пытаться. Секунду. Палок не хватает. Сейчас мы добьем себе палок. Сейчас будем пытаться связаться с Ликом. Логично, что здесь только Лик может появиться. Наверное, если он тут есть. Так как мистика там происходила странноватенькая. Ну, это можно, в принципе, вписать в фонд мистики. Стрелы. Стрелы и редстоун. Где мой редстоун? Вот он. Все, погнали. Такс. Закрыть дверь, закрыл. Странно, что я не услышал звук закрытия двери. Ну ладно, видимо, какие-то баги. Делается все это дело вот так. Бац. 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 И бац. Дальше кладем рамку. И сюда стрелу. Все. Очень похоже на Чарли. Возможно, это какой-то универсальный способ связаться с духами вот этими всякими мистическими. И сейчас просто ждем. Надеюсь, что-то должно будет произойти. Не знаю, правда, через какой промежуток времени. Вот эта вот стрелочка. Слушайте, я... Я аж слюной подавился от неожиданности. Такс. Повернуто было вроде бы в ту сторону, остановилось здесь. И, кстати, по идее, оно должно будет указывать... Твою мать! Я второй раз слюной подавился. Это было реально... Вот, X2 неожиданно. Тут сейчас Лик стоял. Это точно был Лик, я уверен. Куда он пропал? Оно должно указывать на то место, где должен находиться Лик, и оно реально указало, и он тут появился. Слушайте, может я... Где... Где-то тотем мой? Да что за хрень? Такс. Я, походу, призвал Лика. Или что я сделал? Слушайте, я на всякий случай, наверное, все-таки возьму меч. Так, а где мой меч? Твою мать! Меня ж не глючит, как бывает, когда я напрягаюсь и пытаюсь смотреться во всякую мистику. Тут сейчас стоял Лик.
Вроде. Это уже не смешно, ребят. Я не открывал дверь. Я ж не открывал дверь! Она ж закрыта была. Чё за чёрт? Я надеюсь, я сейчас не выйду, и тут не будет стоять где-то лик за углом. Вроде нет. Вроде его тут нет. Давай, выходи, собака, я тебя сейчас порежу просто на хачапуре, там, на чебуреке, не знаю. Где он? Я же знаю, что ты здесь, лик. Он, этот крест появился у меня на глазах, вы понимаете это? Но не было тут креста, я аж только что вышел, тут ничего не было. Он реально появился прямо у меня на глазах. Ой, не нравятся мне вот такие вот темные кресты. Это прям намек на что-то очень прям жесткое. И тут точно не было креста. Мне кажется, либо я, не знаю, сделал что-то не так и разозлил этого лика, или я его реально призвал. Но эта херня должна была просто... Она вообще не должна была сработать. Я думал, это какой-то рофл. И типа, ну... А-а-а! Твою мать! Чё за хрень? Что это сейчас было? Так. Где моя кровать? Что тут написано? Мишо. Не, ну нахер. Ну его просто нахер. Нет, все. С меня, ребят, достаточно. Я ухожу из... Что происходит? Что происходит? Мне показалось или... Что за херня? Что происходит? Не, нахер, все, я ухожу отсюда. Я больше не вернусь, это чертов проклятый дом. Ну и это было реально, мать его, жестко. На меня мобы спавнились прям с неба. И лик. Такое ощущение, что с каждым разом он все ближе и ближе ко мне. Поэтому я решил перенести проверку на следующий день. И буквально через пару дней произошла, ну, полнейшая жесть. Так, не могу никак найти выход из этой чертовой пещеры, господи. Уже реально 100 лет здесь хожу и никак не могу найти выход, хотя он должен быть где-то рядом. Чё это за хрень? Чё здесь кресты забыли? Я вам реально говорю, их тут реально не было. А это что еще? Погодите. В смысле портал Вент? Слушайте, ну это уже прям... Твою мать! Чё? Чё сейчас было? Я просто обязан завалить этого чёртового лика. Что это сейчас было? Он реально стоял просто прямо передо мной. А, вот идея. Ты думаешь, я тебя боюсь? Так. Что за хрень? Что с ним происходит? Вы это тоже видите, эту хрень? Что это? Чё, мать, с его лицом происходит? Что? А-а-а! Твою мать! А-а-а, чё за хрень? Я слышу, как он гонится за мной! Блин, скелет, иди нахер! Господи, 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 бежать, 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 бежать! Так, тут тупик какой-то... Закрыться... Так. Все, на этом я решил закончить. Когда я увидел, что скрывается под маской лика, я не то что охерабринел, я, мать его, охикел по полной программе. Вы только посмотрите на эти стоп-кадры. Мне никогда не было настолько страшно. Конечно же, Майн не выдержал такого натиска мистики, и ко мне без стука вошел краш. Давайте же соберем 12 тысяч лайков, и я скину вам мир, в котором я столкнулся с ликом без маски. Кто его знает, может быть он еще там? Также проверяйте подписочки с колокольчиком, дабы не пропустить новые выпуски мистики. До встречи в следующих видео, бандиты. Чао!